Да, как приятно, когда он снижается на нужную величину, и ты уже спокойный такой, что никуда не денется, что никуда не пропадет, блин, аппарат. Никаким ветром его не сдует. Ты радуешься просто. Как ребенок. Ну, как бы вот сейчас камера нужна была. И карта. Вот такой вот рыбный день, короче, получился. Бальки выросли. Ну, прям разыгрались они на солнце. Пригрело их. Такие заактивничали. Либо вот эта суета привлекает. Может, кого-то покрупнее еще привлечет. Ну, хотя на течение, конечно, вряд ли сюда кто зайдет. Так, мимоходом проходя сверху. Пожрать. Ох, вьюн, вот он, вьюн, вот он суетится, вот из-под камня выполз, вот он. Раз, пошел, походил, залег опять. Вот хвостом сюда лежит. О, какой здоровый прыгает гальян. Вот уже крупные гальяны подошли. Никаких мух, никаких этих нету. Значит, насекомые летающие все уже повымерзли. Ну что, сожрали они тут, я им кидал. Осталось у меня совсем чуть-чуть. Ладно, разделим с ними. Да, сожрали. Ну, тут они такие. Тоже их много. Ну, прячутся в траве. Хотя крупные тоже есть. Вот крупные повылезли. Вот еще не съели до сих пор. Плавает. Ну, жалею, что хлеба мало взял. Я не жадный, просто вот забыл. Шлите, как говорится, донаты для на корм рыбкам и Андрюхе. Спасибо людям, кстати, приславшим тоже донаты. Оно роляет. О. Не реагирует на поверхностное. Вяло как-то. Потому что зима уже у всех. У всех в голове зима. И у рыб тоже. Посмотрим, как здесь будут реагировать на корм. Может, тут поактивнее рыба. На корм, на шуб, пока ветра нет. Да вот перед самыми заморозками, пока лед не появится, они вот так стоят, кормятся, такие сбиваются плотные стаи, лидеры. Но это уже они сверху спустились, многие. Это небесная рыба, это она. И потом уходит все-таки в Амур, потому что все тут промерзает. Стоять и промерзает до дна. Ну, я зимой ходил, вы видели, какие льды, да, как выпучивает лед. Кому интересно, на бусте покрутите. Вот февраль месяц, март. Я вот здесь прям выходил по этим же местам. Даже, можете, когда я дрон запускал, там в апреле, тут вода поверху бежала. То есть суровая природа, как говорится, суровая борьба за выживание. Поэтому такие вот определенные виды, приспособленные к этому, тех же рыб выживают. Вот опять рябь появилась. Вот всю картинку всю сбивает. Порывы ветра. Красиво. Вот такой вот рыбный день, короче, получился. Бальки выросли. Ну, прям разыгрались они на солнце. Пригрело их. Такие заактивничали. Либо вот эта суета привлекает. Может, кого-то покрупнее еще привлечет. Ну, хотя на течение, конечно, вряд ли сюда кто зайдет.
Так, мимоходом проходя сверху. Пожрать. Ох, вьюн, вот он, вьюн. Вот он суетится, вот из-под камня выполз. Вот он. Раз, пошел. Походил, залег опять. Вот хвостом сюда лежит. О, о, какой здоровый прыгает. Гальян. Вот уже крупные гальяны подошли. Никаких мух, никаких этих нету. Насекомые летающие все уже повымерзли. Ну что, сожрали они тут, я им кидал. Осталось у меня совсем чуть-чуть. Ладно, разделим с ними. Да, сожрали. Ну, тут они такие. Тоже их много, ну, прячутся в траве. Хотя крупные тоже есть. Вот крупные повылезли. Вот еще не съели до сих пор. Плавает. Ну, жалею, что хлеба мало взял. Я не жадный, просто вот забыл. Шлите, как говорится, донаты для на корм рыбкам и Андрюхе. Спасибо людям, кстати, приславшим тоже донаты. Оно роляет. О. Не реагирует на поверхностное. Вяло как-то. Потому что зима уже у всех. У всех в голове зима. И у рыб тоже. Посмотрим, как здесь будут реагировать на корм. Может, тут поактивнее рыба. На корм, на шум. Пока ветра нет. Да вот перед самыми заморозками, пока лед не появится, они вот так стоят, кормятся, такие сбиваются плотные стаи, лидеры. Но это уже они сверху спустились, многие. Это небесная рыба, это она. И потом уходит все-таки в Амур, потому что все тут промерзает. Стоять и промерзает до дна. Ну, я зимой ходил, вы видели, какие льды, да, как выпучивает лед. Кому интересно, на мусте покрутите. Вот февраль месяц, март. Я вот здесь прям выходил по этим же местам. Даже, можете, когда я дрон запускал, там в апреле, тут вода поверху бежала. То есть суровая природа, как говорится, суровая борьба за выживание. Поэтому такие вот определенные виды, приспособленные к этому, тех же рыб, выживают. Вот опять рябь появилась, вот всю картинку всю сбивает. Порывы ветра. Красиво.